24 мая в Каспийске прошел особенный и знаменательный праздник для всех выпускников 11 классов «Последний звонок». Этот день стал завершением радостного и познавательного пути для ребят. Все мы знаем, что школа – это не только место знаний, а второй дом, где каждый друг другу является семьей. Так, с самого утра в школе номер 1 имени Магомеда Али Магомедова выпускники подготовились проститься с любимой школой и отправиться достигать новые вершины. Открыла мероприятие торжественная речь у директора школы номер 1 имени Магомеда Али Магомедова Фериде Алиева. Школа – это самый лучший этап вашей жизни. У вас впереди будут учебы в вузах, в колледжах, но школу вы никогда не забудете. И мы не забудем вас. Я поздравляю вас с этим замечательным днем вашей жизни, уважаемые наши выпускники. Желаем вам успехов. Желаю вам успешно сдать все экзамены и быть достойными гражданами нашей великой Родины. Давней традицией всех выпускных классов является вальс, к которому дети готовятся месяцами. Они трепетно подбирают песни и ставят танец, чтобы праздничный день продемонстрировать все свои таланты. Кроме того, в лицее номер 13 имени Расула Гамзатова также прошел последний звонок для выпускников 9 и 11 классов. Школьников встретили под бурные овации и проводили их к почетным местам. Директор данного образовательного учреждения Алина Ханмагомедова обратилась ко всем ребятам с торжественной речью. Поблагодарила воспитанников за их весомый вклад в развитие школы. Я вам искренне желаю, где бы вы ни оказались, что бы вы для себя ни выбрали, пусть эта дорога будет для каждого из вас правильной. Пусть она будет удачной. И прежде всего, чтобы вы всегда помнили, чтобы вы оставались людьми. Человеческие отношения, человеческие ценности, чтобы всегда для вас это все было в приоритете. Ребята вспомнили веселые дни в школе, любимые уроки, победы и поражения. Им в этот день сложнее всего. Они больше не встретят друг друга за партой ранним утром. Не побегают по коридорам, спеша на уроки. И не так часто будут видеть своих педагогов. Я очень волнуюсь, так как это особый для меня выпуск. Я вам, конечно же, желаю в этот замечательный, немного грустный и радостный с тем временем день во всем удачи. Поддержать выпускников и проводить их добрый путь изъявили желание представители администрации Каспийска, заместитель главы Каспийска Гусейн Ункилов и руководитель аппарата администрации Каспийска Абдумуталим Абдумуталимов. Уже наступает пора взросления, новый этап жизни будет с каждого из вас. Хочу вам пожелать получить качественное образование, состояться в профессии, потому что сейчас наступило время профессионала. Вы сами знаете, время, оно меняется, новые вызовы. У вас впереди море, просто море возможностей есть. Сегодня я хочу пожелать вам одного – сделать правильный выбор, который приведет вас к вашим мечтам и целям. В завершении выпускники исполнили хиты всех выпускных, поблагодарили педагогов за весомый вклад в их развитие и воспитание и подытожили праздник торжественным последним звонком.